Друзья, приветствую вас на канале Шито-Крыто. Сегодня мы узнаем, какие знаки зодиака могут ожидать судьбоносный выигрыш в ближайшем будущем. Досмотрите до конца и узнайте, кто же эти везунчики. Для энергообмена со Вселенной напишите в комментариях. Я выиграю миллион, и судьба будет на вашей стороне. Телец. Настало время, чтобы раскрыть свой потенциал в финансовых делах. Звезды подсказывают вам, что удача будет на вашей стороне, если у вас будет настойчивость и терпение. У вас есть шанс получить судьбоносный выигрыш. Вложите свою энергию в построение благополучного будущего, и вознаграждение не заставит себя ждать. Представителям знака Рак также открывается перспектива замечательного подарка от жизни. Благодарите судьбоносный выигрыш. Используйте свою интуицию, и вы почувствуете, что удача улыбается именно вам. Всемогущие и смелые львы вас также ожидают приятные сюрпризы в области финансов. Ваши чувства собственного достоинства и уверенность в себе могут привести к судьбоносному доходу. У вас есть шанс получить судьбоносный выигрыш. Поверьте в свою силу, львы, и мир содрогнется. Скорпион. Для вас наступило время новых возможностей и финансовых успехов. Звезды сияют на вас своими благосклонными лучами, поддерживая вас в ваших начинаниях. У вас есть шанс получить судьбоносный выигрыш. Воспользуйтесь этим моментом, чтобы реализовать свои амбициозные планы и добиться заветных целей. Капризные и оригинальные водолеи, именно поэтому к вам судьба приходит с необычными предложениями. Ваши идеи и инновационный подход оценены небесами, и вы можете ожидать финансовые благословения в самых неожиданных местах. У вас есть шанс получить сказочный выигрыш. Держитесь своей уникальности, мир склонится перед вашим величием. Друзья, чтобы не сбиться с пути и вовремя получать подсказки, подпишитесь на канал. А также, знаете ли вы, что есть уютный уголок в Телеграм? Там я каждый день делюсь интересными приметами, советами и гороскопами. Переходите по ссылке в комментариях. Жду вас завтра на канале Шито-Крыто.